Как выглядит наша страна со стороны и что о ней думают зарубежные ученые и рядовые граждане? Образ России в современном политическом дискурсе – такова тема международной конференции, которая проходит в МГТУ. Организаторы, профессора и преподаватели научно-исследовательской лаборатории пригласили к диалогу коллег из Китая, Ирана, Болгарии и Беларуси. Вот я была в Германии, была, допустим, в других странах Западной Европы. Самое главное, спрашивают меня, а почему русские такие агрессивные? Считают, что Россия – захватническое государство, агрессор. И вот такого рода мифы нужно, конечно, развеивать. Россия прежде всего страна высокой культуры, в этом уверен профессор из Ирана Джаналах Кареми Матахар. Он преподает русскую литературу, занимается переводом произведений Пушкина на персидский язык. Иранцы всегда любили и любят русскую литературу. Я думаю, среди зарубежных литератур русская литература стоит на первом месте в переводной литературе Ирана, на мой взгляд. И всегда у нас любили Чехова, Толстого, Достоевского. В течение 2 дней прозвучат доклады самого разного содержания и характера, к примеру, образ России в пословицах и поговорках белорусского народа.